Всем привет! Сегодня чемпионат мира принимает Россия, и сегодня у нас супер интересный матч, очень интересный особенно для российских болельщиков, потому что от этого матча зависит, с кем дальше будет играть сборная России. Сегодня встречаются Испания и Марокко. Если вы хотите посмотреть этот матч, который будет в 21:00, транслировать Первый канал и Матч ТВ, но у вас нет доступа к Первому каналу и Матч ТВ, вы находитесь не в России, то это видео для вас. В первую очередь, для того, чтобы посмотреть это со своего смартфона, вам нужно зайти в Play Market и скачать себе вот такое приложение, которое называется у нас Первый канал. Вы прописываете Первый канал Play Market. Вон, видите, 1 миллион просмотров. Устанавливайте его себе. Следующее, что вы скачиваете себе, это Матч ТВ. Матч ТВ. Сейчас мы посмотрим. Вот такое приложение. Его спутать ни с чем невозможно. У него целый миллион подписчиков тоже. Вот, и его скачиваете тоже. Потом, для того, чтобы не было всяких проблем, потому что без проблем можно смотреть это только в России. Если вы находитесь не в России, вам нужно скачать еще приложение под названием VPN. Прописывайте VPN, опускайтесь немножко вниз и смотрите вот приложение. Оно так и называется. Бесплатный VPN, VPN Proxy. Скачивайте его. Скачивайте его, выходите, ищите, где оно у вас тут установилось. Нажимаете снова на VPN. Вот он у меня включен. Я его сейчас выключу и заново включу, чтобы вы увидели, что именно вам нужно выставить. Мы выставляем Россию, как будто вы находитесь в России. Нажимаем включить и ждем. Ждем. И сейчас что-то будет. Вот, вуаля, мы включили. Вот видите, сверху экрана такой ключик. Этот ключик обозначает, что все хорошо. Все хорошо, можно что-то делать. И теперь мы проверим. Заходим на Матч ТВ или Первый канал, без разницы. Вот они у меня тут два. Зайдем на Матч ТВ Клуб. Приложение проверим, работает ли оно. Прямой эфир. Подключается наш коллега еще раз. И на Останкино, пожалуйста, вам слово. Есть о чем поговорить, разобрать. И... Как вы видите, никаких проблем нету. Никаких проблем нет. Вот, устанавливайте, все очень просто. На любом смартфоне с андроидом это все можно вообще без проблем. Сегодня 21:00, Испания, Марокко и Иран, Португалия. Вы сможете посмотреть эти два матча. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вам обязательно расскажу очень много всего интересного. Про подобные лайфхаки, про жизнь в Германии, про криптовалюты и про все остальное. Короче, очень разнообразный у меня канал. Всем удачи. Всем удачи и до свидания.